Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я не случайно без макияжа. Я получила целую посылку, 8 продуктов с AliExpress. Это китайский бренд O2O. Вы знаете, кто смотрит наш второй канал Дом вверх дном, что мы часто заказываем продукцию с AliExpress, но в основном это все для дома, для быта, для благоустройства или какие-то интересные штучки. Вот косметику я никогда не выписывала с AliExpress, поэтому мне интересно попробовать, что здесь будет. Давайте рассмотрим упаковку. Все пришло запечатанное в слюде, дизайн красивый, сразу скажу, дизайн очень симпатичный, прям так вау, когда раскрыла посылку, думаю, ну круто выглядит. А теперь интересно посмотреть, что внутри. Надеюсь, что внешнее и внутреннее будут идентичны. Итак, O2O, посмотрим, что здесь в коробочках. Все открываю первый раз вместе с вами, даже не знаю, что прислали. Ух ты, ну конечно, о, помада, слушайте, как красиво оформлена, честно говоря, очень презентабельно. Как ей пользоваться? А, ух ты, какой оттенок. Слушайте, она даже сама помада такая матовая, и у нее интересная какая-то текстура, не знаю, видно вам или нет, то есть сама она не гладкая, а прям какая-то рифленая. Ух ты, здорово. Сейчас капельку попробую на руке. Ой, ну на руке ложится прям классно, такой какой-то терракотовый оттенок. Так, я ее распознала, сверху нужно вытолкнуть, здесь затолкнуть. Ну, дизайн классный, однозначно нравится. Так, следующая коробочка. О, блеск для губ, тоже такой симпатичный, прозрачный, видно, какой цвет внутри. Слушайте, у меня прям цвета прислали практически очень близкие. Блеск интересный, то есть он как жидкая помада выглядит. Попробуем на губы. А, понюхать. Нет, пахнет невкусно. Как-то сладко, но при этом же какой-то отталкивающий запах. Я еще потом на губах понюхаю, потому что когда наносишь на губы, это должно быть все очень круто. Ух ты, это что? Посмотрим. Тушь. А, у туши, интересно, как-то согнута кисточка. Не знаю, это специально или брак какой-то. И за ней тянется большой хвостик. Вот то, что я не люблю, но оно в основном во всех тушах есть такая вот история, что вынимаешь тушь, надо обязательно снять вот этот вот длинный хвостик. Ну, кисточка интересная, должна подойти. Я люблю такие резиновые, силиконовые кисти. В общем-то, все хорошо. Следующее. Слушайте, коробка в коробке. И еще одна коробка. Так, как открыть так красиво. Так, это консилер. Консилер. Тоже у него какой-то сильный запах, цвет как-то желтит, я не знаю, как он будет на моей коже, но вот сейчас он выглядит прям какой-то ванильный-ванильный, с желтым подтоном, боюсь, что мне такой не подойдет. Ну окей, посмотрим дальше. Следующая коробочка. Так, здесь должно быть средство для выравнивания тона кожи. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, ну, да, ой, как много его сразу выдавливается, мамочки. То есть это для того, чтобы убрать все поры, чтобы лицо выглядело гладким. Было написано, что оно без масла, но вот на ощупь прям масло масляное. Ух ты, сильно жирное. Так, ладно, пробуем следующее. Что здесь? Так, вот в такой большой коробке вот такой вот маленький карандашик. Ага, скорее всего, это карандаш для бровей. Да, очень красиво сделан. Оттенок. Ну да, по тону он мне прям будет хорошо. Такой хороший жестковатый карандашик и классная щеточка. Ну, в общем-то, сделано все достаточно качественно. Выглядит упаковка красиво. Могу сказать, что упаковка нравится. Мне так охота тени посмотреть. Но мы их посмотрим сейчас в последнюю очередь. А что здесь? Что-то тоже для бровей. Интересно, почему мне для бровей две штуки вложили? Что это за коробочка? Коробочка классная. Обычно леденцы в таких коробочках. Что это такое? Я даже не могу понять, что это. И как с этим быть? Что делать? Какая-то инструкция должна быть. На русском языке не вижу никакой инструкции. Что с этим делать? Непонятно. Слушайте, это как будто какой-то воск. Хм. Не знаю, что это. Может быть, это закреплять брови. Может быть,
тут какая-то штука, лезвие, это значит нужно их подровнять. Честно говоря, я боюсь вот этой штукой пользоваться, вдруг я сделаю своими бровями что-то ужасное. Честно говоря, никогда не пользовалась. А кисточка, наверное, специальная для того, чтобы на нее набирать этот воск. Слушайте, ну вот с этим я вообще не понимаю, что делать, честное слово. Вы меня уж извините, я, конечно, не специалист по бровям, но такого я ни разу не видела. Так, не буду убирать, может быть, что-то допридумаем. Так, и завершает восьмой продукт, это тени. Угу. Палетка с зеркалом, удобная магнитная закрывашка, здесь пластик, и тени. Цвета, конечно, шикарные, столько много шиммерных оттенков и матовые оттенки. Сейчас все попробую, как они по качеству. Я сделала выкраску теней на руке у себя, вернее, на двух руках, чтобы посмотреть по качеству, какие они. Что заметила? Те тени, которые матовые, они пылят. Не знаю, как будет на глазах, будет ли осыпаться макияж или нет, сейчас проверим. Ну, в общем, цветовая подборка очень красивая. Итак, начнем с праймера под макияж. Кстати, мне не прислали тональную основу, придется пользоваться своей тональной основой. Беру прям капельку, потому что хоть и написано, что без масла, но когда я попробовала на руке, мне показалось, что оно очень-очень маслянистое. Фу, пахнет очень невкусно. Честно, переживаю даже за свое лицо. Но если что, быстро смою просто все. И еще капельку. Итак, нанесла основу, она вот прям жирная. Я не знаю, может быть, она сейчас питается и не будет так заметно. Окей, а так как мне не прислали тон, я буду использовать стойкую тональную основу от Oriflame. Беру две капельки и нанесу кистью. Итак, впитался консилер, ой, консилер, праймер. Маслянистость осталась, то есть он не впитался, маслянистость лежит на лице. Ну, посмотрим, как тон ляжет сверху. Итак, проложила специальную основу под макияж. Ощущение не очень приятное, запах тоже не понравился. Тон лег нормально, но вот все равно как-то получается, что тон, стойкая основа, она получается как-то жирненько выглядит на лице. Так, окей, следующее. Мне прислали консилер, и я нанесу консилер на зону под глазки и вот сюда. Итак, консилер мне тоже не понравился, он такой густой, плотный и плохо распределяется по коже, то есть я его кистью и пальцами и так и сяк, и цвет, мне цвет не нравится. Я взяла оттенок 01, то есть мне прислали оттенок 01, ну, в общем-то, он мне не очень подходит, хотя я выбирала сама по цветам, ну, как бы цвет мне не очень нравится. То есть нет такого эффекта, чтобы у меня прям глазки засияли и кожа сразу стала выглядеть лучше. Ну, хотя, может быть, вам на камеру будет видно, что какие-то изменения происходят. Ну, надеюсь, что оно так и есть. Попробуем еще дефекты убрать. Вот у меня есть пигментное пятнышко вот тут. Вот. Ну-ка. Ну вот, укрывистость у него хорошая. То есть он плотненький, он перекрывает. Но вот по цвету, конечно же, не очень. И такая огромная кисть, как бы в маленькие какие-то местечки подлезть не так-то просто. Нет, не восторг, точно. Так, далее. Что мы следующее? Брови. Я разобралась, что это такое для бровей. Это мыло для бровей, чтобы делать лохматые брови. Так, открываем эту коробочку. Так, вот она открывается. Что нужно сделать? Эту щеточку нужно намочить. Я взяла водичку и вот по этому мылу ей повозякать, вот так вот поделать, и уже это мыло переносить на брови.
Я попробую на одной, посмотрю, какой будет эффект, потому что написано, что потом после того, как нанесли вот это вот мыло, вот зафиксировали, уже потом сверху наносить карандаш. Сейчас попробуем по-другому и лезвие, да, убрать лишние волоски, но этого я делать точно не буду, потому что мне нравится моя форма бровей, и что-то убирать я не готова однозначно, поэтому лезвие убираем подальше. Так, следующее — это карандашик для бровей, здесь тоже щеточка, а с другой стороны сам карандаш. Ну попробуем. Я особо как бы не старалась прям выкрашивать брови, чтобы они были идеально одинаковые. А смысл какой? Я накрасила сначала мылом, как написано в инструкции, потом карандашом, а сейчас я сделала сначала карандашом, а теперь мылом сверху зафиксирую. Мне кажется, вот этот вариант будет более правильный, потому что по мылу карандаш вообще практически не скользил и не оставлял следов, только вот в некоторых местах. А вот карандаш, кстати, мне понравился очень, даже он такой симпатичный, и цвет классный, и хорошо прокрашивает бровь. Вот, наверное, это вот так нужно сделать: намылить, а потом, то есть накрасить, а потом вот этим воском закрепить. Ну, надеюсь, я сделала все правильно. Сейчас он подсохнет, и брови будут так, ну, хорошую форму держать и при этом блестеть. Все, окей, с мылом разобралась. Следующее, что я буду делать, это красить тени. Для того, чтобы накрасить тени, я привыкла использовать как основу подложку какую-то, праймер как минимум. Но, кстати, на руках я делала тоже с праймером. Здесь праймер, здесь консилер использовала. Сейчас попробую на глазах без основы. Если получится, да, сделаю без основы. Если не получится, да, конечно, буду прокладывать основу. Кстати, у зеркала убираю пленочку. Очень удобно, когда в палетке есть зеркало, то есть можно выбирать цвет и сразу краситься и не переходить куда-то, да, в другое место. Так, вышло солнце, надеюсь, оно не испортит нам картинку, потому что оно будет долго с нами. Так, начну со светлых оттенков, чтобы не, как бы, не испугаться. Вот возьму светленький такой бежевый. Ну, его практически не видно. Да, давайте возьмем тяжелую артиллерию, что-то хочется посочнее, поярче, на серединку положить. Возьму такое золото. Вот смотрите, без праймера, без основы очень светло, практически не видно. Сейчас попробую еще какой-нибудь темный цвет взять. Очень хорошо ложится, то есть даже без базы. Но у меня здесь есть тон, и я тон прокладывала, то есть цвет теней мне очень нравится, то есть они сразу такие сочные и ложатся хорошо. Так, но солнце нам все же мешает, нужно перебраться куда-то в другое место. Я все же решила переехать, потому что солнце очень ярко начало слепить, и ничего не было видно, засвет идет полный. Так, переходим к теням. По поводу бровей я уже сказала, да, мне понравился карандаш, понравился, но вот мыло, вот этот воск, его нужно носить после, но реально вот высыхает, и прямо они такие плотные, жесткие, то есть брови уже не сдвинешь с места. И переходим к палетке. Цветов очень много, они такие разнообразные. Я, конечно, попробую максимальное количество оттенков, сколько у меня поместится, но обычно я в макияже использую где-то, ну, 2-3 цвета, максимум 4, не более того. И обычно я использую праймер или какую-то базу под тени, чтобы они лучше приклеивались. Но сейчас мы попробуем, на один глаз я сделаю с базы, на другой глаз без базы, потому что, ну, не все пользуются подложками под тени, поэтому будем пробовать что-то разнообразное. Так, ищу кисти, приготовила кучу кистей. Так, начинаем. Даже не знаю, с чего начать. Ну, попробую самые светленькие, как они лягут. Кстати, очень удобно, когда в палетке есть зеркало, то есть, и она удобная, легкая, то есть она хоть и большая, но палетка не тяжелая.
Итак, пробуем тени. Очень хорошенькие. Светленькие, то есть они такие вот прям тени невидимки. Хочется чего-то яркого, сочного. Я возьму золото. Я люблю такие осенние яркие макияжи. Золото не ложится. Давайте другой цвет попробуем. Вот. Вот этот вот лучше. То есть видите, на кожу, чистую кожу, в общем-то, тени не всегда хорошо ложатся. Возьму что-то яркое, сочное. И попробую, кстати, сейчас беру оттенок вельвет. Мне кажется, он такой красивый. И вот вельвет. Да, вот, темные оттенки сразу хорошо ложатся. Я люблю тени, люблю разные, люблю их, чтобы было много. Так, в уголочек. В уголочек возьму Stardust. А он практически не отличается. Кстати, я заметила, когда выкраску делала, что многие оттенки настолько друг на друга похожи, что на глазах, скорее всего, вот при соприкосновении они незаметны, то что они там изменились, там что-то с ними стало не так. И сделаю темную стрелку, такую матовую. Ой, ну немножко матовые тени пылят. Видите, вот я дотрагиваюсь, и они вон, посыпались. Поэтому аккуратно, чтобы не насыпать глаза, делаем. Насыпались. Все равно надо пудру было прокладывать. Сразу побольше пудры. А пудру мне не прислали. Хотя я просила пудру. И завершу вот здесь вот стрелочкой. Чтобы соединить одним цветом, я завершаю вот так вот макияж. Вот. Очень ярко, очень сочно. Так, что еще попробовать? Здесь есть еще темные, прям черные тени. Может быть, я ими сейчас попробую сделать стрелку, так как мне не прислали подводку никакой. Я очень люблю стрелки. Слушайте, вот хорошо, прям тенями сверху ложатся. Вот прям так. Ну вот, красота. Только мне не нравится, что тени сыпятся. У меня очень чувствительные глаза. И если тени туда попадают, то, конечно, будет не очень хорошо. Возьму сразу пудру и все-таки припудрю. Потом уберу лишнее, потому что либо надо подкладывать кисть какую-то вниз держать, но это надо удобно, чтобы все было, то есть не на камеру. Вот. Поехали дальше. Теперь с праймером. Я сделаю на этот глаз базу праймер. Чуть-чуть, прям капелюшечку выдавливаю маленькую. Праймер использую от компании Oriflame. Мне он очень нравится. Он выравнивает, во-первых, кожу, видите, он прям по цвет тона выравнивает все. Он легенький, невесомый, на глазках он вообще не чувствуется. То есть вот если вот про консилер говорить, то он как бы чувствуется такой вот, делает стяжку. Так, ну давайте другие цвета какие-нибудь попробуем. Для разнообразия сейчас другую кисточку возьму. В общем-то, они не такие, что другие, все тени друг на друга похожи, их хоть и много. Так, 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 сейчас что-то выберу. Так, сейчас взяла Oxygen оттенок. Очень красивый, смотрите, как классно. Ну и что я хочу сказать, нету такой пыли от него, не осыпается, вот прям хорошо приклеился. Опять же, у меня праймер здесь. Теперь нужно взять какой-то посветлее оттенок. Даже не знаю какой. Ноль. Нет, он совсем не светлый. Очень даже густой и темный. Тогда я возьму Эверест. Эверест то, что надо.
Да, вот так красиво. Абсолютно разные глаза получились. Но зато мы увидели с вами качество, да, как оно ложится. Ну вот, кстати, тени мне понравились. Здесь еще есть такие оттенки, прям вот, где много-много шиммера, вот такие вот золотые-золотые. Куда-нибудь их можно тоже использовать. Нет, они без блесток, просто шиммерные. Так, ну окей, внизу надо завершить тоже стрелочкой темненькой. Это Oxygen тот же самый. Очень мне понравился оттенок. Смотрите, он так еще переливается красиво. Ну, конечно, сейчас я не делаю макияж на выход, просто пробую, потом уже когда делать буду, естественно, сделаю чуть-чуть по-другому. И вот сюда чуть-чуть блесток. Все, супер. Ну и как завершение сверху, так как у меня нет какого-то там хайлайтера, я попробую вот эти беленькие тени под бровь просто чуть-чуть. Ой, какие они блестящие. Зачем я их намазала? Не хочу. Не подходит. Сюда надо что-то легкое-легкое, прям золотинку. Ну вот, я поиграла с тенями. Да, они действительно такие неплохие, хорошо миксуются друг с другом, тушуются отлично, не сильно сыпятся. То есть, если вы будете их на праймер сразу накладывать, то все будет отлично. Но в любом случае, сначала сделайте вот такое вот припудривание кожи, чтобы если тени осыпались, потом пушистой кисточкой их так просто смахнуть, и они уже не впитаются в тональную основу и не будут как бы затемнять эту зону. То есть все будет очень даже хорошо. Так, у нас осталась с вами тушь и помада. Давайте пробовать тушь. Что за оттенок? Черная. Да, черную мы смотрели. Попробуем, как эта тушь будет ложиться. Кстати, красивая упаковочка, такая беленькая, чистенькая. Начинаем аккуратно снизу. Ну вот первый слой пока прям тонкий, прозрачный. Сейчас второй будем делать. Сейчас нижний подкрашу. Кисточка достаточно удобная. Прям она хорошо подглазит и под самое начало роста линии ресниц. Накрасила один глаз, чтобы вы увидели разницу. Тушь хорошо удлиняет реснички, но она их не делает им объем. То есть она дает длину, подворачивает их, но объема нет. То есть они такие получились жиденькие, тоненькие. И я уже боюсь четвертый слой красить, чтобы не переборщить. Это получится как комками. В одном месте будет больше, в другом меньше. Ну, в общем-то, нормальная тушь. Я не знаю, по поводу стойкости, как она будет носиться, то есть осыпаться там или отпечатываться. Сейчас я ей дам время подсохнуть и потом попробую потереть глаз. Вот. Ну а теперь давайте пробовать помаду. О, дизайн, конечно, у нее очень симпатичный. Не нравится, как пахнет. Что-то в ней есть. Что-то есть там неприятное какое-то. Отдушка какая-то неприятная. Ну, в общем-то, так неплохо. Но немножко непонятно, как будто она чуть-чуть полосит. То есть не легла она вот так прям, вот как по маслу. У меня еще что-то губа подсохла чуть-чуть. Хотя странно. Вот. Нет.
Не могу сказать, что нравится помада по качеству. По дизайну, да, супер классная, красивая. А вот по качеству пока непонятно. Но она однозначно, она не матовая, не стойкая. То есть это такая простая, увлажняющая, скорее всего. Давайте блеск попробуем. Уберу помаду. Итак, попробуем сейчас блеск для губ. У блеска удобная кисточка такая пухлявенькая. Ну вот блеск, кстати, ложится лучше на губы, чем помады. Так хорошо распределился. Цвет идентичный, то есть что у помады, что у блеска, практически получился одинаковый оттенок. Чуть-чуть блеск как бы в розовинку, а помада более как бы в персик так уходит. Вот, но вот он сейчас подсыхает. Да, блеск, я так понимаю, что он будет как-то в матовый переходит, да? Практически не отпечатывается. То есть если дать ему подсохнуть, он, значит, зафиксируется и будет такой стойкий. Но не понравился. Давайте подведем итог. Что понравилось? Понравилась палетка с тенями. Тени хорошего качества, хорошо миксуются друг с другом. Понравился дизайн, конечно, у коллекции очень понравился. Карандаш для бровей. Карандаш для бровей понравился, удобный и такой симпатичный. И то, что вот он щеточкой можно сразу расчесывать, это очень хорошо. Ну, в основном так во всех карандашах и делают. Интересно, вот это вот воск, мыло, но не понравилась эта форма, то, что нужно намочить, помазать. То есть как бы в дороге такого не сделаешь. Это вот если дома там ванны краситься, брови делать, то да, хорошо. Так, и что не понравилось? Вот эта вот маслянистая база, как-то мне она некомфортна даже сейчас на лице. У меня кожа нечувствительная. Кстати, что хотела сказать, что обычно мне средство, ну, подходит нормально. База не очень понравилась. Консилер какой-то показался мне слишком густой такой. Но вот он сейчас как бы впитался, его так вот не чувствуется. Но по ощущениям как бы плохо распределяется, очень плотный. Но он будет перекрывать, наверное, какие-то вот неровности. Вот, кстати, еще одно пятнышко намажем. Вот, то есть из всего, ой, все намазала. Из всего, что мне больше всего понравилось, это тени. Тени. Про тушь, ну тушь вот как-то да, удлиняет сильно, а хотелось бы немножко еще объема побольше добавить. Ну, в общем-то, так неплохо. Тушь, кстати, тоже неплохая. Посмотрю, как она еще в деле, да, вот так, если потереть реснички. Ну, чуть-чуть вот снимается, кстати. Да, вот снимается немножко тушь. Ну вот если потереть глаз, то вот она чуть-чуть осыпается. Ну, можно ее распределить. Нет, что-то тоже немножко не то, что я люблю. Я люблю, чтобы реснички были пушистые, не склеивались и не осыпались. Вот, потому что случаи бывают разные. Да, днем можно и поспать, прилечь, и чтобы вот проснулся, и макияж был всегда идеальный. А вот тени, да, тени мне понравились. Вот, надеюсь, мой обзор вам полезный, все вроде бы рассказала, показала. Если есть какие-то комментарии, да, замечания или вопросы, пишите, расскажу, потому что я немножечко похожу, например, с продукцией этой, попробую, как смывается тушь, как она будет сниматься, и я тогда вам в комментариях могу на все это, на все ваши вопросы ответить. Вот, спасибо вам за внимание, обратите внимание, что... Спасибо за внимание, обратите внимание, что на сайте, я ссылочки все приложу внизу под видео, что на сайте действуют дополнительные скидки. Всего вам доброго, красоты, радости и счастья. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.